Привет, ребят, с вами Юмилия. Вот мы наконец-таки и дождались новой серии «Знакомьтесь, Боб». Ну, точнее, первой серии третьего сезона. На самом деле, я ждала ее вчера целый день, но выпустили ее только сегодня. И мне с нетерпением хочется узнать, что же там будет, что же все-таки произойдет. И поэтому давайте поскорее с вами приступим к просмотру. Но перед этим прошу вас подписаться на этот мой канал, если вы не подписаны, ну, а также на мой второй канал и на мой Инстаграм. Ссылки на них будут в описании. Ну ладно, давайте уже поскорее начнем смотреть видосик. Поехали! Но Боб со шрамом все-таки выжил. О! Это тот момент. Сейчас мы узнаем, что же все-таки произошло. Шифр, который был над дверью, его многие раскатали. И даже писали мне в комментах, спасибо вам, что это сделали. Знакомьтесь, это Боб, наш самый старый пациент. Он находится в коме уже несколько лет. Чё? О, Господи! Боб, неужели ты очнулся? Не спеши вставать с кровати. Ты терял по 6% мышечной массы каждый год, пока не наступила полная... То есть на самом деле он был в коме? Чтобы прийти в норму, тебе нужно пройти курс физиотерапии. Роберт Смит? Давайте назад чуть-чуть. Вот Роберт Смит, 25 лет, мужской рост 1,81 м, вес 70. Боб такой высокий. Чтобы прийти в норму, тебе нужно пройти курс физиотерапии, иглоукалывание или попробовать экспериментальную инъекцию. Тебе лучше, Боб? Прости, Боб, я не понимаю, что ты говоришь. Но не переживай. Нарушение речевых функций часто там случается что-то на компьютере после еще кома. Пишется. Это называется афазия. А ты помнишь, как попал сюда? Потому что мы так и не смогли установить причину болезни. Ты мог впасть в кому по целому ряду причин. Например? Повреждение мозга, инсульта, отравление или инфекции. О, смотри, Боб, кажется, у тебя первые посетители. Это же твоя это семья. Это кто? Ты же их помнишь? Скорее обними свою. Чё? Семья? Удивлен, Боб. Неужели ты правда думал, что все так просто закончится? А я возлагал на тебя большие надежды. Ты был моим любимчиком. Но, как и все остальные, что? Ты меня разочаровал. А ты знаешь, что я делаю с теми, кто меня расстраивает? Какого фига? А сейчас вернемся к нашему любимому занятию. Знакомьтесь, это Боб. Музыка офигенная просто. Обожаю эту песню. О. Чё? Да сейчас я чутка не поняла. Честно говоря, я ничего не понимаю. У меня, конечно же, есть догадки, что те бобы, с которыми он строил заговор, были на самом деле не настоящими. Но все так сложно, и думаю, в будущем мы в этом с вами разберемся. Если что, пишите свои догадки в комментариях. Честно говоря, я даже немножко обнадежилась, когда подумала, что Боб со шрамом все это время был в коме, ему все это виделось, и на самом деле все не было так плохо, но потом мои просто мечты, мои задумки взяли и обрушили, и мне даже немножко обидно стало. Обидно, конечно, что Боб Флэш оказался предателем. Такого я не ожидала, и интересно, почему он это сделал, какие у него были мотивы, и, конечно же, Боба со шрамом это тоже очень-очень-очень сильно расстроило. Ну что ж, буду с нетерпением ждать новых серий, жду, конечно же, ваших комментариев. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо за просмотр, ребят, и всем пока-пока.